Плохая погода на севере Якутии сохраняется. Напомню, режим повышенной готовности ввели в Устьянском, Среднеколымском, Верхнеколымском и Абыйском районах. Метель и обильный снегопад продолжают создавать трудности. О ситуации на сегодня репортаж Виталия Абрамова. На сегодняшний день в арктических районах погода начала стабилизироваться. Потихоньку начинается подсчет ущерба, но из-за нелетной погоды о точных цифрах говорить рано. По предварительным данным, погибло 4 головых копытных. В правительстве республики уже нашли средства для оперативной помощи. Прежде всего, вот в связи с израсходованием резервов на местах, вот этого горючего смазочного материала, в первую очередь мы решили помочь именно горючего смазочного материалами. Плюс к этому договорились с полярными авиалиниями о вылете вертолета вот в Абыйском ВЛУС и Среднеколымском ВЛУС. По доставке с районных центров на слегах вот зернофуражей, консервированных кормов хозяйства. На местах и в правительстве организованы оперативные штабы. В ближайшее время из Якутска должна вылететь рабочая комиссия для более быстрой отработки на месте. В целом обстановка контролируема, заявляют власти. Все социально значимые объекты работают в штатном режиме. Совместными усилиями проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение нарушения жизнедеятельности населения. В данных районах создан резерв необходимых материальных ресурсов. В наличии имеются резервные источники энергоснабжения. Объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства вышеуказанных районов работают в штатном режиме. Нарушений в работе объектов жизнеобеспечения не допущено. Тем временем на местах продолжается работа по расчистке снега в населенных пунктах. Если завтра погода будет летной, планируется вылет вертолетов для доставки помощи. Виталий Абрамов, Екатерина Соломова, НВК Саха, Якутск, Абыйский Улус.